Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы, короче, заблудились. Мне тут написали в комментах самые ответственные игроки о том, что, во-первых, у нас, оказывается, есть магия, даже если мы ее не изучаем, у нас есть, как минимум, вот голос мы получили, безжалостную силу, получили, у нас есть лечение, пламя, приказ животного. Ну давайте попробуем пламя тогда поставим. И поставим его в избранное, то есть, чтобы можно было использовать. Короче говоря, так вот оно у нас стоит. И в итоге получается... Да. Прикольно. Довольно полезная вещь. Кроме того, меня обрадовали тем, что тут нет четкого разделения на кинжалы и мечи, просто есть одноручное оружие. И если, допустим, мне какой-то меч понравится, я могу им пользоваться, вся моя прокачка на кинжалы не уйдет, как говорится, в туи. Так что, если найдем хороший меч, можно им махать. Но я, конечно, предпочитаю кинжалы, потому что... Так, тихо. Потому что они гораздо быстрее. Мечом машу я гораздо медленнее. Тихо. Так. Лук-стрела. Сейчас как минимум одного попробуем. Да. Похоже, придется в рукопашную с ним разбираться, короче говоря. Так, ладно, стальной кинжал, пламя. Тихо, тихо, песик. И вон еще один бежит. Хорошо. Так, а мы тем временем идем. Как там у нас квест назывался? Крепость Валтейм. Надо убить главаря бандитов. Да, вот мы по нему и идем. Хорошо. Вообще мне этот огонь, честно говоря, не особо нравится. Давайте-ка мы лучше поставим на левую руку, скажем, вот восстановление, лечение. Потому что это, по-моему, будет гораздо полезнее в случае, если у нас проблемы будут с мечом. Тут же как вообще, чем дерешься, то и прокачиваться. Если я сейчас буду народ жечь, то у меня будет прокачиваться, соответственно, магия. Мне бы этого не хотелось. Так, я надеюсь, ты атаковать меня не будешь. Нет, вроде не хочет. Поэтому я лучше буду пользоваться холодным оружием, потому что это все-таки мне больше нравится, как говорится, по моему профилю. А сколько там время-то? Время 4 ночи. Скоро будет светать. Тихо. Он один вроде. Нет, еще есть. Тяжело на геймпаде целиться, это ужас какой-то. Да блин, твою ж дивизию. Ну наконец-то. Уф, так, пусть бежит. Воевать не с ними особо-то и не нужно. Меня понемногу лечит. Вообще, конечно, нужно доставать ее только в особых случаях. Все-таки идешь ко мне, да? Ну ладно. Так, и теперь по прокачке. Чтобы нам прокачать? Можно прокачать стамину, можно прокачать здоровье, можно прокачать магию. Я думаю, мы прокачаем выносливость. Так, теперь у нас с красноречием все не очень хорошо. Со скрытностью, со взломом. Ой, даже не знаю. Давайте красноречие еще покачаем. Так.
Только я не понимаю, честно говоря, как качать. Опять же, отпишитесь в комментах, почему-то у меня написано способности осталось один. Красноречие 15, необходимо 20. Да хрен поймешь. С этим я разберусь попозже, видимо. Так, ну скрытное, допустим, продолжим. Тоже не можем. Или оно само открывается? О, бэкстеп появился. Да-да, все понятно, короче, как она делается. Так что можете не писать в комментах, я разобрался. Теперь мы можем резать людей в спину. И, судя по всему, мы подходим туда, куда нам нужно. Хотя, по-моему, все-таки нет, надо было понизу пойти. Не факт, короче говоря. По-моему, вон там он, наверное. Не знаю, давайте сходим лучше туда. Блин, как бы не лохануться насчет того, что я сейчас снизу пойду, а кажется, там только по этому мостику можно попасть. Поэтому лучше мы таки пойдем отсюда. Там опять волки. Как бы мне не хотелось с ними драться. А нет, вон нормальный спуск. Хорошо, так, лук, 100 стрел железных. И потихоньку, пока у нас предрассветные сумерки, подбираемся. Вон там вон костер какой-то, там наверняка сидит дозор. Постараемся потише с ними. Так, ну да, он как минимум один. Надо стрельбу, кстати, будет со следующего уровня прокачать. Упс. Видимо, надо повыше. Что-то он кипишнул, но... без особого результата, как говорится. И он тут, судя по всему, один был. Да, вроде как один. Так, аккуратно спускаемся, чтобы не повредиться. Хотя, конечно, мне надо привыкать. Тихо. По-моему, с моста меня заметили. Так, ну ладно, потихоньку, помаленьку. Золото, железная стрела моя. Тут где-то еще две лежит, но у меня сейчас их нет времени. А вот, кстати, одна. Собирать. Тихо, у меня ощущение, что он прям за дверью. Конечно, на радаре его не отображается, но... да есть, есть. Зелье лечения, это хорошо. Железный слиток, зачем он мне? Ковать я не умею. Вызов грозового атронаха. Круто. Это, я думаю, оставлю на какой-нибудь серьезный замес, на какую-нибудь серьезную бучу. Потому что атронах, насколько я помню, из предыдущих частей, это голем. Капюшон. Капюшон не пригодится. Так, давайте его наденем. Просто для того, чтобы выглядеть круче. Вот так вот. Посмотрим. Да. Теперь у нас 100% рога. Так, вон там один ходит. Кстати говоря, отсюда я вполне могу по нему попасть, я думаю, если он замрет. Хорошо.
одной проблемы меньше. Скумбрии? Скумбрии хочет привозной. Тихо, нас заметили. Скотина. Так, похоже, придется драться руками. Вон, видимо, прямо надо мной, да? Есть ощущение, что он сейчас спустится ко мне. Так, вот на нем бы я... Тихо. Думаю, теперь там никого нет. Опа, это я так понимаю. Тихо, 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 ребята. Опа, какой-то прокачан. Так, нам, во-первых, нужно лечение и стальной кинжал. Ой, ой, надо бежать, ой, надо бежать. Бежим, бежим. Оп, добрый день. Сейчас, браток. Блин, мне хана, похоже. Так. Ты смотри, какая у него. Подожди. Это плохо пахнет. Нам нужно... так, где она? Да что ж ты не отстанешь от меня? Какой-то он совсем мне не... Да что ж с тобой такое, блин, а? Сдаюсь. Так, мне хана. У меня даже зелья нет. Ты посмотри, да? А помощь была близка. Так, я, наверное, сейчас меня далеко откинет назад, так что я выключу запись, что ли, пока. Посмотрим. Потому что я забыл сохраниться перед таким ответственным предприятием. Поэтому мне придется пройти по новой к этой крепости. У бойцов... У гильдии бойцов Тамриэля нет представительства в Скайриме. Да, ну, не особо далеко, так, да, ладно, сейчас вернемся. Так, ну и вот мы по новой тут, в этот раз я подошел с той стороны, в которой я только что погиб, собственно. Теперь, я думаю, отсюда нам будет удобно снять вон того паренька наверху, если он замрет, конечно. Так он что-то не особо-то хочет замирать. А у меня с прицелем на геймпаде очень все хорошо. Мимо, надо пониже. Да блин. Тут уже просто, по-моему, не туда полетел, куда я ее посылал. Не, с такого расстояния не особо хорошо. Хорошо, да ладно, так. Вот один ходит, я вижу. Как минимум его надо убить. А, ну это то есть тот, которого мы в прошлый раз оттуда с горы убили.
Тихо. Что-то вас тут до хрена, ребят. Да, опять, что ж такое? Так, он явно идет сюда. А, ну, может, это и хорошо. Посмотрим. Так, ну что, братья? Да, блин. Где второй? Ой, там шухер поднялся. Или не поднялся? По-моему, нет, все нормально. Так, золото, отмычка, стальная булава. Понятно. В принципе, вроде все спокойно. Аметист, золото, хлеб. Ну, с тем гадом явно надо поквитаться, потому что он какой-то не такой. Очень уж мощный для моего уровня. Так, зелье лечит. А ты что-то слышишь, что ли? Зелье магии. Подожди, это ловушка? Тут кто-нибудь есть? Тихо. По-моему, она прямо тут. Кто бы она ни была. Так, в этот раз у нас тут рваная шапка. Ну, рваную шапку я уж носить не буду, наверное. Сапоги, сапоги, сапоги. Понятно. А в этот раз нам никто не дал свиток. Блин, какое красивое сияние, да? Свиток нам никто не дал от Ранаха, поэтому та тактика, которую рассчитывал применить к этим козлам, судя по всему, не пройдет. Нужно придумать что-то новое. Так, ну и, конечно же, сохраниться. Пока у нас все идет хорошо. И теперь будем думать, что же с вами делать. Ты гонишь? Нет, 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 нет. Тихо. Что тебе в лесу не сиделось? Так, понятно. Не очень-то и по плану пошло. Что хорошо в кинжале, так это скорость ударов. Так, мы берем золото. Я думаю... Нет. Тихо. Только не ты. Только не ты. Ой, блин. Так, ты сможешь сюда пройти? Может. Я тебя сейчас запилю просто. Все, что ты знаешь. Смерть. Я точно смерть. Лучше. Блин, но у меня выбора другого не остается, кроме как. Блин, что у меня есть? Я прям не знаю. Фу, похоже, мне опять хана, что ли?
Так, теперь нам нужно полечиться. Так. И еще у нас не поставлена магия восстановления. Так, хорошо. Избранная. Что за крики? Понятно. Давай, браток, давай, давай, давай. Блин, твой щит, конечно, меня... Какой нахрен хватит? Так, лечение, быстро лечимся. Это было сложно. Все хорошо. Ты, по-моему, да, базарилась, девочка. Свободно. Тихо. А, ну да, я же тебя убил в прошлый раз. Так, охотничий лук. Золото, отмычка. Стрелы, это хорошо. Ты меня чем порадуешь? Это хорошо. Раздель догола, как говорится. Так, посмотрим, как у меня отразится на моих навыках эта броня. Вполне возможно, что все будет хорошо. Вполне возможно, что и нет. Ну, довольно-таки неплохо выглядит, надо сказать. Так, теперь нам нужно сходить на тот... Подожди. Нет, показалось. На тот берег наказать этого козла. И, в принципе, я думаю, можно будет возвращаться, а потом уже идти... Как он там назывался-то? Винтерфелл? Или как? Вайтран. Да, Байтран. Так, мне, короче говоря, даже не сюда куда-то, где я был. Подожди, где я нахожусь? Я уже запутался. Да, я брал квест вот тут, по-моему. А сдавать мне его, похоже, надо вот тут. Понятно. Так, ладно. Наконец-то начал светать. Да, блин. Да, лукарец меня, конечно, не самый хороший, но я приучусь. Да блин, что ж ты двигаешься постоянно? Я встать что-то попасть не могу. Последний момент сдвигается. Ну видите, да? Это уже я чисто протупил. Да хрен с тобой. Сюда. Хорошо, ничего, постепенно прокачаем этот навык и заодно свои руки крюки, как говорится. Так, что у нас есть? Не зря ли мы в эту сторону вообще пошли? Что нам тут можно ловить? Ну как минимум стрелы возьмем. Вот тут у нас где-то золото.
13 стрел, хорошо. Давайте посмотрим, что там наверху, и пойдем обратно, я думаю. У нас алхимическая лаборатория. Я не особо во всем этом шаре, поэтому... Ух ты, какой прикольный. Поэтому... Так, о, книги я люблю. Правда, сейчас, я думаю, их читать не будем как-нибудь на досуге. Спокойненько полистаем. Потому что, смотрите, да, сколько тут... Это целая серия идет на чтение. Целая библиотека. Ой, барабан я зачем взял? Барабан мне не нужен. Так, бростикс. И сундук. Супер. Одежка. Давайте-ка мы, кстати говоря, вместо шлема этого скучного наденем этот головной убор Чингиску. Так, а где он у нас? Отлично. Выглядит как надо. Что здесь? Орчья секира. Стоимость неплохая. Весит, конечно, порядочно. Колечко. Еще колечко. Это мы неплохо прибрахлились. Здесь, я думаю, можно отдохнуть. Да, можно. Пару часиков поспи. После такого напряженного. Так, еще одна книга. Я думаю, я создам отдельную серию, в которой буду читать книги, чтобы тем, кому это интересно, послушали, почитали вместе со мной. Ух ты. А тем же, кто не переваривает такие штуки, те просто не будут смотреть эту серию, и все. Так, подождите, нам нужно переночевать. Не переночевать, вернее, передневать уже, потому что день наступил. Так, пару часиков до 10, где-то утра. Хорошо. Ну и, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Выполнили мы этот квест. Продолжим. Пойдем сдавать этот квест следующий. И пойдем навстречу новым приключениям. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.